Уже вторую неделю в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета полным ходом идет открытая защита выпускных квалификационных работ. В этом году выпускается около 1000 студентов и магистров. Стоит отметить, что одновременно в Институте управления экономики и финансов работают 17 комиссий в разных аудиториях. Вообще мы очень быстро перешли на дистанционный формат, вписались в эту новую систему. Самое тяжелое в дистанте – это отсутствие живых глаз студентов и живых студентов в аудитории. Но я хочу сказать, что есть очень интересные моменты. Мы же все в Teams'е, и ребята ночью репетируют, и случайно даже нас подключают. Но ребята молодцы, они задают вопросы, они постоянно, мы с ними на связи. И я думаю, что дистант открыл нам очень много возможностей общения со студентами. Особую благодарность Наиля Багаудинова выразила Департаменту информатизации и связи Казанского федерального университета и отметила высокий уровень их работы. Несмотря на то, что это было очень внезапно, очень быстро, помимо защит, департамента, все ребята ДИСа, они все с нами на удаленке, близко, далеко ли. И мы это позволило, вот их профессионализм позволил, наверное, очень многие вопросы снять. Защита выпускных квалификационных работ в Казанском федеральном университете проходит на платформе Microsoft Teams. Студенты, магистры и преподаватели уже привыкли к этой платформе. Поэтому защита выпускных квалификационных работ в дистанционном формате не вызывает каких-либо неудобств, а наоборот имеет массу преимуществ. Впечатления самые яркие. Это очень интересный опыт. Хочется отметить, что это, наверное, первый и единственный раз за все обучение в университете, когда люди не заряжают друг друга беспокойством, отрицательными эмоциями, наоборот, только пишут самое лучшее, все поддерживают друг друга. Хочется отметить, что отчасти это легче, потому что полностью вот так же, как ты делал презентацию на своем компьютере, так же ее и показываешь с того же ракурса. Поэтому я благодарна Казанскому федеральному за то, что даже в условиях коронавирусной инфекции мы защитились очень удачно, наша защита прошла успешно. Эльвира Зорина, Фариза Хитоглы, Универньюз.